А я запишу, как играть Василек, Василек. У нас четыре ноты получается. Фа, фа, ми, ре, до. И повторяется опять четыре раза. Можно два, сколько угодно. Фа, фа, ми. Фа, фа, две коротких, ми, длинная. И потом ре, две коротких и до, длинная. Мы играем фа, фа, ми на первой струне. Значит, получается первым пальцем первый лад, нота фа. Ми, фа, фа, фа. Открываем будет ми. Так? Значит, фа, фа, ми. Начинаем с пальца и. С правой руки чередуем. И, М, И. Окей? Следующие три ноты мы играем на второй струне, третьем и первым пальцем. Нота Ре играется на второй струне на третьем ладу, третьим пальцем левой руки. Ре, Ре. И потом переход на первый палец на ноту До. До, то же самое на второй струне. Значит, получается так. Ре, Ре, До. Все на второй струне. В правой руке мы играем, поскольку мы использовали уже пальцы перед этим И, М, И, мы начинаем с пальца М, который остается у нас свободный. Мы играем ноту Ре, Ре, До. Мы играем в правой руке, начиная с пальца М. М, И, М. С упором, значит, первая струна играется с упором на вторую. Поближе покажу. Вторая играется также с упором на третью. Это то, что происходит в правой руке. Значит, я еще раз сыграю первую часть. Начинаю с пальца И в правой руке. На первой струне первый лад стоит первый палец. Фа. Фа, ми, открыла. Дальше на вторую струну перехожу третьим пальцем. Ре, ре, до. Так. И после этого мы возвращаемся опять. Повторяем. Фа, фа, ми, ре, ре, до. Если мы будем считать, то это будет раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот Василек.